Джим, ты меня слышишь? Джим, где ты? Я на месте встречи, тут никого. Я думала над тем, что ты сказал. Во мне живет тьма, Джим. Ты нужен мне. Мне нужно, чтобы ты услышал меня. Сообщение. Вчера в ходе успешной военной операции был пойман повстанец Джим Рейнер. Сразу после допроса он был казнен. Император Менгск заявил. Граждане Доминиона, наконец-то этот кошмар закончился. Террорист Джеймс Рейнер мертв. С его смертью наступает эпоха мира. Протосы покинули пределы Доминиона. Угроза со стороны зергов ликвидирована. Рой обезглавлен и разбит. Вскоре мы истребим всех оставшихся на чаре зергов. Одним словом, это победа. Мир и безопасность восстановлены. Спите спокойно, сограждане. Менгск. Система навигации включена. Курс территории зергов. Подтвердите. Подтверждаю. Ну что ж, теперь мы можем выбрать, куда нам лететь, на Чар или на Калдир. И там, по сути, обитают зерги. Я думаю, что стоит начать с замороженного Калдира, если я правильно, конечно, помню. В перехваченном сообщении Доминиона говорится, что Рой раскололся. Мать стаи по имени Нафаш отправилась со своим выводком на ледяную луну Калдир. Согласно последним донесениям, там есть и протосы. С большой долей вероятности Нафаш сражается с протосами за главенство над Калдиром. Считается, что ее стая состоит из высокоразвитых и очень опасных зергов. Вот, видите? Часть зергов осталась на Чаре. Ими управляет мать стаи по имени Загара. В данный момент она ведет бой с силами Доминиона под командованием генерала Ворфилда. Вот, а так как мне не очень сильно нравится... Нет, я определенно люблю гиблингов, они как минимум зелененькие. И, в принципе, аберрации тоже неплохие. Но все-таки тараканы и гидра... Ими я пользуюсь чаще. Хорошо, они признают меня своей королевой. Иначе я буду убивать их одного за другим, пока они этого не сделают. Кто ты? Королева, ты не помнишь меня? Я Исша. Ты использовала меня для хранения своих мыслей, идей и планов. Да, я помню тебя. И что куда важнее, ты тоже помнишь меня. Ты королева клинков. Конечно же, я повинуюсь. Прекрасно. Призови Рой, мы уничтожим Кархал. Рой разрознен. Он не ответит на твой призыв. Большинство зергов на Калдире находится под командованием матери стаи Нафаш. Она хочет создать свой собственный рой. Пока она жива, рой будет разделен.
Это будет продолжаться недолго. Отдай приказ о посадке. Красивый вид, не правда ли, друзья мои? Итак... Разведчики сообщили, что Нафаш возвела здесь улей, но вскоре покинула его. Она ушла в эти ледяные пустоши. Наверное, там базируются и протосы. Кстати, да, забыл сказать всем хайку, друзья. Расскажи мне о Левиафане. Это существо — главный нервный центр всего Роя. Отсюда ты будешь командовать зергами. И он может перенести меня на любую планету? Конечно, моя королева. Но численность наша невелика. Прежде чем завоевывать другие планеты, возможно, стоит увеличить свою армию здесь, на Калдире. Позволь мне решать стратегические вопросы. Что еще ты можешь рассказать о Левиафане? Ты можешь управлять развитием Роя из эволюционного отсека. Существо Абатур поможет тебе в этом. Ну что ж, пойдемте встретимся с нашим существом Абатуром. Давно не видел его. Кто ты? Абатур. Развитие Роя, изучение ДНК, служил сверхразуму, потом королеве клинков, теперь служу тебе. Я и есть королева клинков. Другая. Изучаю генный материал. Королева клинков была эффективным существом. Качество древних зергов. Слабое влияние генов тиранов. В тебе гораздо больше тиранских тканей. Передние конечности плохо сконструированы. Могу усилить. Верну, будут лучше. Не прикасайся ко мне. Единственная цель — эволюция Роя. Ищу совершенство во всем. Работаю в эволюционном отсеке. Развитие видов жизненно важно. Начни с зергангов. Не, ну в принципе-то да, то есть, ну он логично же мыслит-то. Рой страдает на этой луне. Я думала, ты подготовил моих зергов к таким условиям. На Калдире холодно, как в открытом космосе. Защита от такого холода не нужна всему Рою, только Левиафанам. Ты пытаешься оправдаться? Разработка необязательных механизмов адаптации затратна. Излишне сложно. Раньше было не нужно, теперь нужно. Поищу местную фауну. Добуду полезную для Роя эссенцию. Выполняй. Ну что ж, посмотрим, как у нас могут мутировать озерглинги. Организмы можно улучшить. Три варианта мутации. Выбери мутацию. Я запущу процесс преобразования вида, усилю боевой потенциал. Мутация вида непостоянна. Могу изменить в любое время. Итак, усиленный панцирь. Результаты: максимальный запас здоровья увеличивается на 10 единиц или на 30%. Анализ тканей выявил полезную мутацию панциря Зерлинга. Возможно, уплотнение панциря в ключевых точках грудной клетки улучшит выживаемость зерглинга, затруднит доступ к жизненно важным органам. Выброс адреналина. Скорость атаки повышается на 50%. Адреналиновые железы зерглингов легко мутируют. Улучшение боевых показателей происходит с помощью изменения ДНК в омуте рождения. Можно улучшить базовую структуру, повысить производительность желез. Это позволит значительно увеличить выброс адреналина, повысить скорость атаки зерглинга. Скорость передвижения повышается на 60%. Ускорение метаболизма зерглингов – одна из стандартных боевых тактик. Можно закрепить производство энзимов, значительно увеличить скорость накопления энергии.
приведет к существенному увеличению скорости передвижения, позволит зерглингу быстрее покрывать расстояние до противника, спасаться от преследования. Я думаю, что мы ускорим метаболизм. Ладно. Что у нас есть дальше? Это задание. И мы пойдем на него. Нафаш и ее стая отправились в ледяные пустоши, чтобы сражаться с протосами. Я не знаю, захочет ли она присоединиться к нам по доброй воле. Ну, скорее всего, нет. Поэтому мы попробуем выполнить дополнительные задания. У нас здесь будет плюс тараканы. Сейчас мы получим. Вот. И также есть, видите, 5 уровней Керриган, которые мы получим за основные задачи. И 20 дополнительные. Надеюсь, у меня это получится. Играть будем, опять же, на ветеране. Наверное. Вы же не узнаете, если я сменю. Время от времени на этой луне случаются ледяные бури, вызывающие мгновенное похолодание. Одна из них скоро начнется. Во время бури температура падает настолько стремительно, что почти вся тепловая энергия мгновенно рассеивается. Бури быстро заканчиваются, но пока они бушуют, твои войска будут заморожены. Я чувствую присутствие местной фауны. Из матриархов этих животных можно получить достаточно сильную эссенцию, которая поможет нам адаптироваться к холоду. Ну что ж, давайте их я убивать. Я слушаю тебя. Потихонечку, полигонечку. Я иду. Что теперь? В основном через Керриган. Я сокру... Мне надо найти матриарха Урсадонов и получить ее эссенцию. Покончим с этим. Так, давайте попробуем побыстрее, но так, чтобы малявочек не потерять. Тебя никто не спрашивал. Этот зерг дикий. Его не контролирует никакая высшая сущность. Да. У нас мало времени. Вперед! Как раз перезагружается примерно. Говори скорее. Еще один дикий зерг. Что-то здесь не так. Выкладывай. Так, мы их вот как-нибудь... Тебя никто не спрашивал. Это мой мир. Подерется. Говори скорее. Все, шикос. Ну, главное, чтобы тебя. Она, короче, нападала первой, а потом уже... Скоро начнется ледяная буря. Надо найти матриарха Урсадонов. Он не знает... Рой жаждет крови. Началась ледяная буря. Войска заморожены. Урсадоны. Их матриарх поблизости. Сильная эссенция. Поглотить эссенцию местной фауны. Рой будет защищен от холода. Говори скорее. Ледяная буря ослабевает. Я слушаю тебя. Сейчас мы побегаем немножко. Я иду. Чтобы убить их. Это мой мир. Я иду. Покончим. Эссенция ассимилирована. Рой стал устойчив к сверхнизким температурам. Превосходно. Я чувствую, что база Нафаш где-то рядом. Выкладывай. Тебя никто... Да? Отлично. Мы сохранили довольно большую часть армии. Я бы сказал, в принципе, всю нашу армию. Раненые тараканы могут закапываться, восстанавливать здоровье. Вперед. Так. Покончим с этим. Ну, давайте приведем ее сюда. У нас мало времени. Говори скорее. И будем уже работать. Стая Нафаш. Протосы уничтожили ее. Я пробужу этот улей. Протосы почувствовали пробуждение Улья. Они знают, что мы здесь. Королева Клинков! Ну что с тобой? Ты слаба. Ты снова стала человеком. Протосы. А я все думала, когда же вы покажетесь. Мы должны отправить весть на Шакурац. Они пришлют золотую армаду. И уничтожат тебя! Иша,
Скажи мне, что протосы вне зоны досягаемости Шакуроса. Так и есть, моя королева. Но у них есть шпили пси-связи, которые могут усилить их способность к псионному общению. Тогда мы уничтожим эти шпили, прежде чем протосы смогут их активировать. Грустненько, не правда ли, друзья мои? Ладно, давайте мы будем собирать армию. Рядом есть еще матриархи. Добыть эссенцию, повысить боеспособность роя во время бури. Боеспособный рой — это хорошо. Если выдастся возможность, я обязательно займусь матриархами. Так, матриархи вот здесь и вот здесь. Мы ими займемся. Но одно маленькое но, нам сначала нужно подготовить нашу армию. И желательно, чтобы армия состояла из тараканов. Желательно даже лучше из тараканов и из зерлингов. Ну вот, причем и те, и другие должны быть... Воины, задержите ее! Навяжите ей бой! Прокачанными. Нам нужно больше минералов. Вот. Ну, ждем, смотрим, собственно, что получится пока. Пулью приближаются протосы. Давайте. Нужно больше минералов. Скоро начнется ледяная буря. Пока она не закончится, протосы будут уязвимы. Протосы беззащитны. В атаку! Так, у нас есть возможность сейчас быстренько напасть на... Вперед! Протосов. Рой не знает усталости. Покончим с этим. Так. Я иду. Давайте уничтожим вот его. Я сокрушу любые преграды. Надеюсь, что мне удастся это сделать. Не хватает надзирателей. Я слушаю тебя. Так, и... Отходим, покончим нафиг. С этим. Пусть они тратят деньги. Наша задача... Ледяная буря ослабевает. Наша задача тянуть крип, и наша задача, скажем так, как можно больше построить армию, вот. Поэтому мы будем этим, наверное, сейчас заниматься. Будем строить лингов, будем строить всех остальных. Так, и мне нужен Evolution, потому что в нем мы усилим... наших юнитов, насколько я помню, можем говори это делать. Скорее. Так, еще несколько зерлингов. Здесь, наверное, еще. Ну, защитим нашу базу уже по полной, скажем так. Тараканчиков. Что теперь? Я слушаю тебя. Приближается ледяная буря. Иду. Замечательно, в принципе, можно потихонечку выходить. Говори, я думаю. Скорее. Уже вот-вот. Так, здесь еще можно подстроить. Покончим с этим. Сейчас будет ледяная буря, и как только они замерзнут, мы сразу на них нападем. 3, 4, 5, 2, 1, 0. Разразилась ледяная буря. Нужно пользоваться моментом. Уничтожить протосов. Я сокрушу любые преграды. Вот не забываем разгаживать всю эту гадость. Это не в моих правилах, конечно. Я этим никогда не занимаюсь, но... Тем не менее. Я иду. Не хватает надзирателей. Будем сейчас вперёд! Это делать. Нам нужно две базы. В идеале. Рой не знает усталости. Все, 10 это секунд, мы отходим мир обратно домой. Первый шпиль уничтожен. Даже если ты уничтожишь шпили,
Мы сумеем передать весть на Шакурас. Ледяная буря почти закончилась. Ну и хорошо. Закончилось, и ладно. Так, давайте мы вот здесь еще... Вот так вот сделаем. И отошлем Квину обратно. Так, еще два рабочих сюда пошлем. Пока не буду переставлять плеточки. Просто впилю сюда еще одну. Вот. В эволюшене мы ускорим нам наших ребят. Нам нужно больше Виспена. Сейчас нам ребята Виспена принесут. Сделаем еще одну квину. Это будет уже где-то штуки 4. Ты примешь смерть от золотой армады. Ой, боже ты мой. Вот для чего нам квины нужны, потому что у нас нечем атаковать воздух, это кроме Керриган. А квины с этим могут справляться. Плюс они подхиливают, что определенно является плюсом. Вот такие вот дела. Через мгновение начнется буря. Так, действительно, буря начнется уже вот-вот. Поэтому мы должны подготовиться. Подготовиться в основательно. Выкладывай. Началась ледяная буря. Протосы беззащитны. Так. Атаку. Атакует улей. Ну тут ребята справятся, я думаю. Это мой мир. Вперед. Рой не знает усталости. Я сокрушу любые преграды. Сейчас вылазка именно за вот этими мелкими засранцами. Новая порция эссенции полезна. Улучшено зрение в условиях ледяной бури. Все, отлично. Так, зерги. Давайте еще больше. Ледяная буря ослабевает. Слушаю тебя. Так, ну давайте еще один эволюшн впилим. И впилим на всякий случай где-нибудь вот здесь минеральчиков одну. И впилим вот здесь от воздуха. Улучшение завершено. Так, продолжаем разгаживать крип наш. Продолжаем все это дело делать. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас же его убьют. Нет, 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 нет. Благо он может жить, быть, все дела. Сейчас ребятам достанется боль. Смотрите, бамс подняли. Убивай! Я сокрушу любые преграды. Рой не знает усталости. Шикос. Так, потихонечку продолжаем, продолжаем. Нужны малявочки, все дела. Да не только они по-хорошему. Можно уже на вторую базу все-таки выходить, я думаю. Скоро начнется ледяная буря. Тебя никто не спрашивал. Вперед! Я думаю, вот сюда мы выйдем. Пока вот так. Через 8, 7, 6, 5, 4. Сейчас они замерзнут. Началась ледяная буря. О, шикозненько. Мой мир. Я иду. Все, и пошли сразу в атаку. Я сокрушу любые преграды. На замерзшем трупе остались раны от псионных клинков. Что теперь? Мы нашли на фаш. Я не слишком надеялась найти тебя живой. Протосы заплатят за содеянное втройне. Тебя никто не спрашивал. Так, ладненько, мы не успеем это ничего с ними мир. Сделать, потому что... Ну, потому что, короче, не успеем, и все. Давайте пока.
Ледяная буря заканчивается. Мы должны отступить, пока не началась следующая. Разгадим все это дело. Завершено. Так, а, да, зря я его строил, короче, еще один эволюшн. Ну ладно. Так. Вторая база. Я думаю, вот так будет нормально. Так, здесь нужно добыть что-нибудь. Будет нормальненько вот так вот. Хорошо. Тут у нас зерки. Говори скорее. Бьют все это говно. Я сокрушу любые преграды. Ну, уже такая довольно мощненькая армия. Рой не знает усталости. Так, что мы делаем? Думаю, еще парочку квин можно построить. Тебя никто не спрашивал. И сделать, чтобы на... Приближается ледяная буря. Керриган. Все свапались сразу. Так, матриарх Орсодонтов, окей. Тут аккуратненько надо быть. Ладно, выходим сюда. Началась ледяная буря. У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Быстренько заходим. Это мой мир. Минусим Орсодонтов и прочих. Грустненько. Я иду. У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Будет, скорее всего, больно. Но мы зайдем и попробуем вынести эту базу. Атакует улей. Ледяная буря почти закончилась. Наши войска атакуют улей. Надеюсь, я успею. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Тебя никто не спрашивал. Да, конечно, много сейчас потерял. Да. Но окей. Тараканзелев. Говори скорее. Не так жалко, тем более сейчас я их тут насвапаю. В принципе, вот ребята должны здесь выжить. Или нет? Или нет? Черт. Кажется, у меня проблема. Кажется, у меня проблема. Я иду. Что теперь? Наши войска атакованы. Так. Я слушаю тебя. Ладно, пока они их задержат, сейчас приведем нашу основную армию. Он как раз подмерзнет. Приближается ледяная буря. Малявки там будут. Ройжа, выкладывай. Я сокрушу любви. Тебя никто не спрашивает. Так. Ну, это было просто наглое такое нападение, ребят, ну вы можете понять, да, то есть. Прям вот борзое, очень сильно борзое нападение было. Не надо так делать. Ледяная буря. Да. Я слушаю. Выкладывай. Вот это было очень борзо, очень нагло. И так лучше не делать. Так лучше не делать, друзья мои. Так. Теперь. Рой вот. Не знает устав. Ну, мы продолжаем, как бы, свапать наших тараканов. Я слушаю тебя.
Ледяная буря подходит к концу. Остался еще один. Сопротивление бесполезно. Воины Шакураса одолеют тебя. Ну, скорее всего, так оно и будет, но... Мы все-таки попробуем. Рой жаждет крови. Говори скорее. Ассимиляция эссенции закончена. Сейчас мы сзади к ним подойдем. К боям во время ледяной бури. Я сокрушу любые преграды. Так. Ну-ка. Погонь, да? Бамс. Выкладывай, я слушаю тебя. Вперед! Все, разнесли. У нас мало времени. Давайте сюда тоже зайдем. Рой не знает усталости. Наши тракашки валяются. Замечательно. Все. Вот таким вот образом мы и проходим. Выкладывай. Наши войска атакованы. Кем они там, интересно, были атакованы? Я не знаю, но окей. Так. Давайте приближается ледяная буря. Угу. Не хватает надзирателей. Вперед! Вот. Надеюсь, что все будет окей. Прежде чем атаковать эту укрепленную позицию, нужно дождаться ледяной бури. Ледяная буря. Я сокрушу любые преграды. Ну да, здесь ребята нормально справляются. Это мой мир. Не зря мы дождались заморозки. Вперед! Сейчас я даже сделаю еще вот так вот, то есть на полный беззаказ малявок, если что вдруг. Рой не знает усталости. Если что вдруг будет не так. Покончим с этим. Я иду. Урса там потихоньку тоже бьют. Остается мало времени. Ледяная буря почти закончилась. Покончились. Атакованы. Отходим. У нас мало времени. Это мой. Говори скорее. Мы, конечно, можем сейчас ввязаться в бой, но... Ну, такое. Я думаю, что не стоит, на самом деле. Ну, по крайней мере, сильно не стоит. Покончим с этим. Так вот пожевать немножко можно. Вперед! Так, что у нас здесь может быть? Давайте еще малявок до заказ. Малявок до заказ. И дозаказываем, там, не знаю, надзирателей. Можно квин дозаказать, постараться. Вот так вот как. Сейчас ждем дотекания малявок. И, наверное, потихоньку выступаем. Что, в принципе, нам там-то больше ничего и не надо. То есть здесь у нас все защищено. Да. Скоро разразится буря. Все, поехали потихонечку. Я думаю, хватит народа. Вот как раз нам в помощь сейчас будет буря. Квины друг друга хилят. Началась ледяная буря. Все, ГГВП. Друзья тебя. Мои, ГГВП. Да. Все крутенько. Рой не знает усталости. Потихонечку продвигаемся, потихонечку убиваем там все и вся. Ну, собственно, и добиваемся, что видим. Я слушаю тебя. Вот, как-то вот это так вот. Это месторождение минералов выработано. Последний шпиль был уничтожен, друзья. Шпили уничтожены! Отступаем!
Экспедиция протосов не сможет связаться с Шакуросом. Теперь им неоткуда ждать помощи. Изи, ГГВП, все дела. Достиженьки у меня почему-то не грузится, наверное, потому что я сейчас играю в офлайн-режиме, у меня, к сожалению, нет возможности играть в другом режиме, потому что и нет дома немножко пропал. Ну, это я сделаю, починю, я думаю. Вот, ну а на сегодня все. А что вы хотели? Всем пока! See you there. Если вы не помогаете Нове, то она говорит следующее. Ну и ну, Джим Рейнер. И если бы ты тогда помог мне с Тошем, все бы сложилось по-другому. Но ты сделал неверный выбор. Если же вы ей помогаете, то услышите другую фразу. Ну и ну, Джим Рейнер. Ты мне помог с Тошем, и я ценю это. Но девочки должны делать то, что должны.